Здорово, щеглы и щеглухи. Это дядя Коля. Это будет 33-е видео. Я вот решил, знаете, что вам сказать. У Высоцкого как-то было хорошее стихотворение, то есть песня. Это я вот немножко к себе решил. Решил это себя выше в рейтинге загнать. Да нахуй, баба, классно. Я стратег, я даже тактик, словом, спец. У меня сила, воля, плюс характер, молодец. Я чё-то собран, напряжен и не лезу на рожон. И этот будет выступать, в смысле я, в кинохрониках. И детишек, этот будет выступать на салониках, на олимпиадах. И детишек получать в кинохрониках. Так вот, щеглы и щеглухи, детишки вы мои, родные. Я вам что хочу сказать. И в Ютубе получать вас в кинохрониках. Поняли, о чем я? Щеглы, учитесь, будьте стратег, тактиками, специалистами в своей области применения на вашей работе. Понимаете, о чем я? Трудитесь добросовестно. Вот я работаю на заводе, конкретно в городе Барнауле. Я вот вам о чем. А вы все мотаетесь там по этим. Мне эта планета вообще вся понятна. Я ее вдоль и поперек прошел. Вот ездите куда-то на Камчатку, там рыбы. Да вы здесь научитесь работать за 15 тысяч. Получите образование нормальное. Будьте достойными людьми в этой жизни. Воспитывайте детей. А то гражданский брак, живем там. Живет там персонаж. И чё? 30 с лишним лет, и чё? А КПД какой? Нужен результат. В математике есть 4 действия. Кто-то любит складывать, умножать, как я, а кто-то только делить и отнимать. Вот в 17 году все взяли и поделили. Чё? Дальше чё? Страна просто пропала. Потом всех в лагеря. Ну а чё, у нас как чё, да? Лагеря, не лагеря. Ну? А потом чё, перестройка. Потом по талонам всё. Ну? А дальше чё? А сейчас всё есть. В магазинах всё есть. Машины дают по паспорту. Просто паспорт. Пришёл человек, ему ландкрузер дали. Вам все мало, да? Квартиры вам дают, пожалуйста, покупайте. Вы работать не хотите, понял? Ипотеки не хотите платить, да? Ну, понятно, чудовищный процент. Ну, согласен, я понимаю. Ну, берите за наличку, вот как дед берет, понял? За наличку, за черный нал. Знаете, что такое черный нал? Это наличные деньги. В конверте они. Ну, или там в мешке, как вот все. Деды и бабки там, да у них в мешках, знаете, сколько денег? Да больше, чем у всей страны. Потому что у нас каждый третий человек в России пенсионер, вот, пенсионер. Понимаете, о чем я? А у них денег больше, чем у всех на планете. Потому что они всегда внукам помогают, детям. Вот вы научитесь так помогать детям своим. У вас все ништяк будет, поверьте. Ваша ставка 1.52 в фанбете зайдет. Тусуются по этим злачным заведениям, играют там что-то. Думают, у казино невозможно выиграть. Вы знаете, квантовая механика, 4-й раздел. А вы все мечтаете сказочно разбогатеть. Вот, руки у вас есть, вот, видишь, руки фокусника. Я фокусник. Вот на фокусах я не разбогател, понял, да? Пошел на завод, работаю на заводе, и чё? Начальник я. Начальником работаю на заводе. Клининговой компании, да. Вам же сложно за собой убрать. Вы же пришли в пивбар, набросали все и ушли. Это нормально. А, как говорят, по понятиям, по любым, по людским там, еще по каким-то понятиям, за собой всегда убрать надо. Понимаете, о чем я? Убирать просто за собой, привыкните к этому. Прощайся уже. Да, все говорят, уже завязано. Ну, все, давай.